Еженедельно в станице Северской проходит ярмарка выходного дня. Жители могут приобрести свежие качественные товары кубанских производителей по приятным ценам. Как и на любой ярмарке, здесь можно купить мясо, рыбу, молочные продукты, мед, фрукты и овощи. Эта традиционная форма торговли пользуется большим спросом у жителей. Сюда придешь, все возьмешь. Очень даже цены приемлемые, очень хорошо. Некоторые продавцы – завсегдатые ярмарки. На регулярной основе по выходным они предлагают свою продукцию для станичников. Ярмарки выходного дня проходят каждую субботу, поэтому я участвую на каждой ярмарке. Местное население любит мою продукцию. Как видите, у меня уже ничего нету на данный момент. Поэтому, конечно, мне нравится участвовать в этой ярмарке. Свою работу ярмарка выходного дня начинает с 8 утра.